смотровой площадке парка Подрезкова идет обсуждение дальнейшей судьбы территории отдыха. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Александр Якушин и Алексей Федоров рассказывают местным жителям, какие преобразования ждут излюбленный парк горожан. Мы называем это вторая очередь по парку Подрезкова. Основная идея, конечно, это соединить сходню и микрорайон Подрезкова. Новые прогулочные дорожки, детские горки и качели, площадки для спортивных игр, обустройство пляжной зоны. С такой инициативой выступили жители города на одном из собраний трудовых коллективов. Предложение было опубликовано на сайте Хижи Онлайн и набрало большое количество голосов. Очень длинная зима, все дети приходят сюда кататься на лыжах, на санках, а здесь ничего не благоустроено. Сами там накатают какие-то горочки. Если это будет сделано с учетом архитектора, администрации, все будет профессионально выдержано, дети будут с удовольствием кататься, и взрослые. И, в общем-то, сюда приходят, все Новый год встречают, когда здесь ставят елку. Зимой здесь очень у нас весело. По словам лидера движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Александра Якушина, все предложения химчан будут учтены. Было обращено внимание, что пока не все вот для зимних видов спорта проработано, но будут думать. Потому что надо обязательно и в зимнее время, чтобы вот эти спуски, вот эти хорошие места были использованы людям для катания на лыжах, на санках. Теперь специалисты приступят к разработке и утверждению проекта территории отдыха. Проект является на самом деле объемным и социально значимым как для микрорайонов Подрезкова, так и Сходня. И тут без согласования, без замечаний, без предложений жителей, естественно, мы не сможем его построить. Все инициативы горожан размещены на сайте Хижи Онлайн. В первую очередь будут реализованы те, что наберут большинство голосов. Поэтому уровень комфорта в городе будет зависеть от активности химчан.